Ребята, кто-то, если знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях, как эту штуку зовут. Я не знаю, честно говорю. Так, ребята, всем привет. Сегодня приехали. Такое вот место интересное. Вон, видите, как водичка течет из трубы. Вон течение какое мощное. И уходит в болото вся эта вода. Течет она, ребята, с той стороны. Там тоже болото получается. Там болото, там болото. Посередине дорога. Вон, которая размыла все, видите, вон там лужа. Перемыто все, и вон там тоже перемыто. То есть проехать нельзя на машине. Еще даже близко там канавы. Водой залитой, размыло в колено с водой стоят. Вот здесь, где труба, тоже вот так вот понадмыло, так скажем, маленечко. Ходить даже страшно где-то здесь. Возможно, полости под водой. Но мы, ребята, сегодня попробуем здесь что-то поймать на подъемник рыболовный. Ну а как я его оборудовал для ловли здесь, сейчас вам покажу. Вот там мой подъемничек. Кстати, если кто-то такой подъемник хочет приобрести, то ссылку снизу в описании оставлю на магазин подъемников наш. Точно такие же подъемники делаем и отправляем по всей России. Вот смотрите, что я сделал. Прицепил видеокамеру, которая будет смотреть в подъемник у меня. Предположительно, я должен буду видеть всю рыбу. Идет проводочек по крестовине к шесту. По шесту провод идет. Вот он здесь. И получается в итоге у меня вот такой вот монитор, в который я должен буду видеть рыбу. Сейчас как это выглядит, покажу. Прозрачность воды должна позволять. Сегодня ветра сильного еще не было. Ладно, ребята, пробуем, делаем первый заброс. Так, ребят, сейчас попробуем здесь сначала забросить, посмотреть, что здесь плавает. Далеко кидать не буду, так вот за камышок. О, ребята, накрыл сразу же карася. Вон там сколько намутил. Ладно, сейчас муть уйдет, может быть, рыбку увидим. Посмотрим, посидим, подождем. О, накрытый там трепыхается. Мутит там все. Сейчас приподниму подъемник, чтобы он ушел. О! Первые рыбки, ребят, появляются. Ну, карасик. Могут, ребята, здесь сазанчики попадаться, охота сазана, конечно же, поймать. Знаю я, что здесь есть они, но как повезет, фиг его знает. Вон, ребята, карасик прям к камере подходит. Вон, еще один. Сейчас дождемся, пока их побольше заплывет. Может, сазанчик, ребят, подплывет. Подъемник опустил буквально минуту назад. Вытащить его, что ли? Не могу понять, какой он крупный или нет. Ха-ха! Такой, ребята, небольшой карасик. Ну-ка, иди сюда. Ну, вот такой вот, ребят, небольшой. Такого мы сегодня отпустим. Попробуем, ребята, с той стороны. Что у нас там плавает? Сейчас пока что сазанчиков не видно. Пошел он сходить до кустов, посмотреть, что там, есть вода или нету. И вон, что в разливчике увидел, смотрите. Что это такое, кто знает. Здоровая, ребят, эта штука. Что это такое, кто знает. Ё-моё, какая здоровенная.
назад пятится. Ребята, кто-то, если знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях, как эту штуку зовут. Я не знаю, честно говорю. Ладно, пусть живет. Ребята, правда не знаю, что это такое. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это обзывается. То есть она такая, сантиметров, ну, почти 10, наверное, в длину. Так, камера не сбилась, нормально. О, здесь подхожу, у нас камыши шевелятся. Ставлю, ребята, прямо на камыши подъемник. Как попал? Не, надо в другую сторону камеры поставить, против солнца поставил. Вроде опустился. О. Ждем, что у нас там будет. Сазанчик, карась, карась. Караси, ребят. Опа! Вон, ребята, сколько карасей. 4 штуки за раз. Отлично, ребят. Ладно. Пойдем в садок определим. Отлично, за один раз. 4 карасика. Еще и сазанчика там я, по-моему, увидел. Ладно, может, дождемся и сазана своего. Работает снасть. Есть рыба, самое главное. Без рыбы бы она бы не сработала. Вот засмотрись ты там. Так, как тут зацепить-то? Сюда их. Пустим. Опа! Ребята, видел я сазана. Не удалось мне его вытащить. Ё-моё! Был сазанчик, ребята, четко. Видел я его. Почему времени-то так не так уж много прошло. Просто, ребят, заволновался и поторопился, быстро вытащил. Ладно, подождем еще. Аж сердце в башилке затрясли себя. Теперь я заволновался. Надо было подождать. Ладно, ждем еще. Вот он, ребята. Ха-ха, сазанчик. Дождался я его. Ха-ха, красавец. Это отличный сазан. Видел я его несколько раз, он у меня там проплывал. Тихо-тихо-тихо, лишь бы он мне подъемник не порвал. Так, 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 так. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Такой, ну, на 1,5 килограмма, но уже сазан. Хо-хо. Ребята, доволен я сегодняшней рыбалкой. Так что сейчас дождемся еще сазанчиков. Отлично, сазан. Видел, там даже 2 проплывали одновременно. Но 1 уже неплохо. Плавают они, ребята, там. Единственное, они плавают кромкой камыша и на чистую воду к подъемнику боятся выходить.
Ну вот этот немножко вышел и зацепил его. Видели вы? Отлично. Опа, молодец, спокойный мальчик. Сейчас прям рядом со мной мальков куча плавает. Попробую показать вам их. Увидите или нет, не знаю. Посмотрим. Ух ты, ребята, и шест сломал. Ха, и карасика поймал. Сразу же, ребят. Шестик у меня где-то хрустнул. Видать, пришло его время. Ладно. Иди сюда. Так, подъемник, ребят, сразу же закидываем. И пойдем ложить этого карасика. О, вот они, ребята, еще один. О, такой мелкий, отпустим мы его. Я их с той стороны ловлю, они здесь. Тихо, 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 уже не уплывешься. Раз, два, три, четыре, пять карасиков, ребята, один сазанчик, на жарёвку хватит. Вот такая вот получилась рыбалка. Видели вы, как я поймал этого сазана, карасиков. Можно было еще сазанчиков поймать. Карасей можно было поначалу вообще много наловить. Но зачем наглеть? Взял себе немного на жарёвку, вот. Это сазанчик, ну где-то максимум килограмма полтора. Карасики такие, вон, все еще живые. Сейчас приеду домой, свеженькой рыбки пожарю. И до следующей рыбалки мне хватит. Когда захочу карасиков, еще поймаю. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет интересней. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.